Друзья, у нас тут знакомые обнаружились. Представляйтесь. Я жительница Перми. Так. В данный момент я проживаю в Казани 2 года уже. Вот там, друзья, вы видите океан, песочек, пальмы, люди, девушки красивые. А мы со Светланой вот зашли в такую столовку у водички. Здесь перекусить. Надо сказать, что здесь заведение, где можно перекусить много. И у них есть одна особенность. Какое-то время они открыты в течение дня, а в какое-то время они закрыты. И надо приноровиться, потому что вот сейчас там где-то 4 с копейками, там к 4:30. И основные там места закрыты. И мы тогда двинулись вот в эту сторону, зная, что особо больше и не поешь нигде. Я вас сегодня встретила и была очень в шоке. Ужин, друзья. Тут темновато немножко, но, надеюсь, вам будет видно. У нас сифуд и салаты. Ну вот у меня тут салаты, горошек, там, я не знаю, кальмары, сифуд и рыбка. Стало доброй традицией, друзья, на нашем курорте, что свет гаснет. И это некоторым образом даже влияет на загрузку видео моих. Ну так, сами понимаете, когда включается. Вот, при том, что у меня на батарейке компьютер-то, но пропадает сам Wi-Fi. Друзья, у нас тут знакомые обнаружились. Представляйтесь. Я жительница Перми. Так. В данный момент я проживаю в Казани 2 года уже. Так. И очень рада встретить вас, Михаил, в Доминикане. Это просто какой-то чудо. Мы просматривали постоянно, периодически, чуть ли не каждый день. Мы просматриваем ваши видео, мы изучали, как мы будем себя вести. Потому что нам хотелось очень, так скажем, свалить из страны. Ну вот, как только мы решили это сделать, у нас не получилось. Вот. Поэтому я вас сегодня встретила и была очень в шоке. Давайте мы с вами вместе. Доминикана, всем привет. Спасибо. Друзья, выяснилось, что у Саши есть канал на Ютубе. Я правильно понимаю? Да. Видео много там? Да, не очень много. Так, а сколько не очень? А вот он сразу высветился. Несколько. Так, как называется канал-то? Приколы Саши. Приколы Саши. Ну да, конечно, можно найти там. Да, конечно, погугли в Ютубе можно найти что-то, каких-то дядей ненормальных. Но можно там увидеть мой смайлик, аватарку. Конечно, там можно увидеть мою аватарку. Обзор шлема Бамблби. Если ты на мой канал. Тихо, Саша, понял, я показываю. Понял, понял. Так подожди. Подписчиков-то сколько у нас там? Ну, подписчиков мама, на данный момент 121. 121. Ого. Это не комментарии живые, пишут? Пишут, он там читал. А дети пишут или это взрослые смотрят? Взрослые, дети. А какие динозавры тебе еще нравятся, расскажи? Ну, конечно, мне все нравятся, особенно гибриды динозавров. Еще мой любимый тираннозавр. То есть это, как бы сказать, дворняжки динозавров тебе нравятся. Очень ну, разные, давайте вот что сделаем, ребята. Фильмы. Давайте сделаем, что мы не будем раскрывать всех творческих секретов. Но их много. Мы дадим ссылку на канал Саши. Ну да. И дети, и даже взрослые, которые не безразличны к судьбам динозавров, могут узнать всю правду. Ну, там будут всякие приключения, приколы и все такое. Ну хорошо, приключения, приколы, это можно всех пригласить. Для для девочек у тебя есть специальное что-то? Или ты говоришь, девочки вообще пусть не ходят, или как? Девочки, это твоя аудитория? Чтобы девочки смотрели твой канал, ты хочешь? Да. И что ты для них можешь подготовить? Отдельно, для девочек. Может, с куклами что-то? Ну, могу сделать специальный выпуск для 8 марта. Так уже вроде прошло. Ну это будет специальный. Слушай, я думаю, ему надо какую-то соведущую, которая была бы либо совершенно такая чернявая, кудрявая, либо абсолютно белая, с прямыми глаженными утюгом волосами. Тебе какие больше нравятся? Давай мы скажем так, что ребята, все идут на канал к Саше, и он вам там устроит вырванные годы. Вы будете переживать за его персонажей. Правильно? Ну да.